Чувашский педагогический университет – первый в стране вуз, который стал готовить художников-иконописцев. С 2011 года более 40 выпускников получили уникальное во всех отношениях образование. На практике их знания и умения оказались востребованы. Благое дело решили продолжить. Начиная с 17 века традиции иконописи Андрея Рублева были утрачены. Чтобы восстановить каноны и технологию создания икон, специалистам практически пришлось собирать информацию по крупицам. Благодаря этому теперь у каждого есть уникальная возможность сделать свой вклад в развитие церковно-исторической живописи. После долгих лет забвения иконописное искусство приходит к своему возрождению. Даже советский атеизм не имеет большого влияния на людей старшего поколения. Зачастую именно они становятся слушателями кафедры православной живописи. Молодое поколение также стремится к самопознанию. Сам подход к обучению позволяет сделать это постепенно и эффективно. Я думаю, многим просто взять Библию и читать после того, как вот был ты атеистом, да, очень сложно. А подойдя со стороны истории дела, которым ты занимаешься, наверное, проще. И оставляет это более глубокий след, и, соответственно, уже человек начинает над собой работать. Обучение проходит в течение одного года. Курс иконописи включает в себя целую систему предметов, в том числе историю византийского и древнерусского искусства, полиграфию, иконографию, декоративную живопись. Все знания параллельно закрепляются на практике, а беседы со священнослужителем дают ответы на многие вопросы. Общение у нас было именно в нашем кругу со слушателями и с преподавателями. Рассказывали интересные истории и уже начинаешь задумываться о каком-то другом, уже более таком духовном. Если человек придет на эти курсы, я думаю, что он ничего не потеряет, а только приобретет. По мнению Анатолия Данилова, люди созрели для восприятия подобного искусства, а редкие специалисты всегда будут востребованы. Наши выпускники, безусловно, получая вот этот диплом, они без работы никогда не останутся. Во-первых, они поступают к нам по велению души, потому что их душа просит вот этого вида искусства, а иконопись – это уникальный вид искусства. И я думаю, что и уверен, что выпускники, они пишут иконы не только для себя, для своей души, для своих близких и знакомых, но эти иконы будут востребованы многими храмами Чувашской Республики. Многие работы художников-иконописцев уже служат во благо, они пылятся на полках. Университет продолжает набор на курсы иконописи. Главное условие для обучения – это православное вероисповедание. Татьяна Филатова, Атьер Корсаков, Республика.